Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал о вязании Заяру. Сегодня уже 7 июля, и это у меня третий старт в декаде стартов. Вот я подобрала ниточки, это у меня остатки пряжи. Пряжа называется бежевого цвета и розового. Это Cotton Soft от Yarnart. В 100 граммах 600 метров, 55% хлопок и 45% полиакрил, по-моему. Да, полиакрил. Но рекомендуемые спицы здесь 2. Крючок 2-2,5. И спицы 2-2,5. Вязала я себе кофточку. У меня есть на канале мастер-класс. И вязала я крючком номер 2. Классно вообще получается. Вот именно крючком номер 2. Колор здесь 0,5. Я не знаю, от какого моточка. Это этикетка, скорее всего, от бежевого. Это пряжа Yarnart Summer и пряжа детская новинка. Я буду вязать крючком номер 5, прихватку, рукавичку. Я уже такое вязала, но из другой пряжи. Буду комбинировать. Как я буду комбинировать, пока не знаю. То есть ниточка очень тоненькая. Очень тоненькая. Вот. То есть ее нужно будет вязать, скорее всего, в две нити. И одну нить я возьму детской новинки. Посмотрю по толщине, чтобы подошло. Да, наверное, так будет. Или две нити детской новинки. А розовый цвет и белый, скорее всего, у меня пойдет на обработку края, то есть петельку сделать и так далее. Ну что, дорогие мои, пойду я поработаю, а потом покажу свои продвижения. До встречи. Вот и настало время второго подключения. Я хочу немного остановиться о пряже, так как я использовала еще вот такой розовый моточек. Это у нас детская новинка, этикетки у меня нет. Наверное, называется цвет розовый. Бежевый цвет детской новинки. 89-й это фрез. И такой розовый цвет это карачаевская пряжа. Тоже у меня остаточки. Белый цвет я в работе вообще не использовала. Связала я изначально крючком номер 5, получилось рыхлое полотно, распустила все и вязала уже крючком 3,5. Это то, что касается инструментов. Значит, пряжа у нас использовалась в работе Yarnart Cotton Soft. Я брала одну ниточку с краю. Так, где она? Так, вот в 3 нити я вязала. 2 нити Cotton Soft и 1 нитка детской новинки. Пряжа очень сильно путается, когда достаешь снутри моточка. Прям вот частями вылазит. Вот сейчас хорошо пока. И 2 узелка у меня попалось в этом моточке. То, что касается ниток. Ну, а теперь давайте мои продвижения. Вот, я связала рукавичку. Классная рукавичка прихватка. Здесь, конечно, ниточки еще не спрятаны, вот, но я ее довязала. Нужно будет еще подтянуть край вот на пальчике, ниточку начала ряда спрятать и внутри сделать. Ну вот то, что получилось. Ну, мне прям очень-очень нравится. Вязала крючком 3,5. Вот здесь отверстий нет. Можете посмотреть. А это я иголочкой потом подтяну. И ниточки я потом спрячу иголочкой. По размеру рукавица получилась 25 сантиметров. Ну а по ширине 11 сантиметров. Вот. По весу я хотела еще вторую связать. То есть это на правую руку и на левую руку хотела связать. Сейчас давайте посмотрим, хватит ли у меня пряжи. Так, граммы. 51 грамм я вывязала. Ух, какая я молодец. 50. Так, и пряжа. Это боюсь, что не хватит. 38 грамм. На вторую не хватает. Ну, тогда, может быть, я край, где рука будет идти, свяжу детской новинкой, возьму пряжу в две нити. Посмотрю по толщине.
крайнюю часть розовой пряжи, вот эту соединительные столбики я вязала, детская новинка у меня пряжа, нет, не детская новинка, обманываю вас, карачаевская и катон софт я прошлась соединительными столбиками, а вот эти арочки, пышные столбики, веерочки, да, я провязывала уже ниткой, детская новинка у меня была и катон софт. Она по толщине, конечно, отличается, но я вязала очень рыхло, чтобы они такие воздушные получились, эти веерочки. Так что вот такая работа у меня есть готовая. Одна готовая работа есть, я так рада, прям безумно рада. Так, и продвижение мои за вчерашний день. Сейчас немного уберу. Так, вот наша бобинка. Маркерок стоит, я провязала совсем немного, сантиметров, наверное, 4 или 5. Пряжа, честно скажу вам, скользкая в работе, да, 5 сантиметров, вот ровно 5 сантиметров, даже 5 сантиметров, 3, ну, 3 миллиметра не будем считать. Вяжу я узором шахматка, прям супер получается, такое нежное, вот на осень носить, для супруга самое оно. Как я провязываю? Я первый ряд провязала изнаночный ряд, затем два ряда вяжу шахматкой, то есть 4 лицевые, 4 изнаночные, затем четвертый, да, первый, второй, третий, четвертый ряд я вяжу полностью все петельки изнаночные, пятый, шестой опять меняю узор, где лицевые были, вяжу изнаночные, 4 изнаночные, 4 лицевые. И затем два ряда так прохожу, и следующий уже изнаночный. А по регланным линиям делаю прибавки в каждом втором ряду. И все, и вот так вот растет у меня полотно. Вяжу на спицах 3,5, но они у меня короткие. И туда-сюда еще, наверное, сантиметров 5 провяжу, и уже буду переходить на спицы 3,5 с длинной леской. Такие продвижения. На сегодня все, мои хорошие. Это было у нас третий день. Завтра выйдет видео 4-го дня стартов. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся в других роликах.